Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Службы экономической безопасности России по городу Москве задержали активных участников этнической организованной группы, подозреваемых в совершении преступлений на территории московского региона. Все задержанные уроженцы Республики Азербайджан, в том числе и их лидер. Он известен в криминальной среде под кличкой Рафо Гаджинский. Этот криминальный авторитет подозревается в совершении убийства в прошлом году в городе Москве. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство и незаконное хранение оружия». Пытаясь избежать уголовного преследования, подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили местонахождение разыскиваемого и его подельников, после чего они были задержаны в юго-восточном округе города Москвы. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к преступлениям на территории московского региона, продолжаются.